День 9 мая – это не только радостный слез за нашу доблестную армию и крепкий тыл, но и также горечь за многомиллионных солдат и мирных людей, положенных на алтарь победы. Дорогие ветераны, ваши заслуги неоценимы. Память о ваших подвигах живет в наших сердцах. Это память всего народа, память всех поколений россиян. Пусть мир, подаренный вам всему миру, будет вечен. Счастья, здоровья и долгих лет жизни. Мы будем всегда стремиться быть похожими на вас. Мы вас не подведем. С праздником победы!